Пробный единый госэкзамен по русскому языку сдали сегодня на базе школы номер 2 в АМГЕМ. В этой школе экзамены будут сдавать выпускники из 5 школ района. Сегодня апробацию ЕГЭ прошли 93 школьника. Все процедуры выполнены в режиме реального проведения экзамена. Так, ученики оставили телефоны у входа в школу, прошли металлодетектор и термометрию. В каждом классе установлено видеонаблюдение. В пункте проведения экзамена работают наблюдатели, члены экзаменационной комиссии. Первые экзамены стартуют 26 мая в 5 школах Улуса. Дается старт, дети полностью погружаются, понимают, где это, что это, знакомятся с архитектурой школы, с аудиториями. Организаторы у нас привлечены, те, которые будут за следующей неделе уже в настоящем экзамене будут привлекаться, организаторы в аудитории, вне аудитории, входа. Поэтому по части этого идет сегодня у нас знакомство. После выполнения работы там же все сканируется и уже запечатывается. То есть процедура нынче изменилась, сканирование идет уже внутри аудитории.